Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», вторая часть. Так, сегодня я получаю 5 карточек взрывного риса. Отлично. Так, на пятый день у нас будет пиньятушка с тобой. Неизвестно, что там будет, но здесь у нас взрывной рис. Отлично. Так, а здесь мы с тобой получаем всего лишь 500 монет. Скудненько, но ничего не поделаешь. Так, закрываем это все дело. У нас с тобой ивент, который закончится через 10 часов. Поэтому давай посмотрим, что нам здесь предлагают. Так, опять Дейв, опять Пенни. Тут как тут. Зомбос. Довольный, как всегда. Так. И чем мы тут будем с тобой драться? Капустой. Окей. Давай уничтожать свою по возможности... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот это плохо, ребят. Плохо, что здесь чувак идет с этим, со своим факелом. Так, слушай, подожди секунду. Да ну хорош, тут еще и летуны до кучи. Окей. Давай, наверное, вот сюда поставим. А, сейчас они уничтожат, ребята. Что происходит? Ага, кто у нас там? Блин, понятно, ребята. Плевальщик над гроби появился там. Вот в чем проблема. Хорошо, давай сюда. Сейчас, блин, подожжет. Успеет? Нет? Наверное, не успеет. А вот этот гадюныш, да, наяривает. Так, у нас с тобой есть удобряшка. Давай-ка мы, наверное, ее активируем. От греха подальше. Ну? Друзья, этот идет. Видишь, охламон? Бамс. Не тут-то было, да? Промашечку ты дал, роднулька. Промашечку. Куда поставить -то нового? Наверное. Даже не знаю, вот сюда поставим. Сюда поставим свеклу. Смотри, что творят, а? Люто, конечно, тут нас бомбят. Особенно вон тот, он хлыщ. Крутится, вертится который. Да, именно он. Видишь, он без себя, ребят, что начинает крутиться вот так вот, и все, и он неуязвим. Так, удобрение есть, оказывается. Ну-ка, что мы с тобой можем сделать через удобрение? Так вот, зарядим. Что там написано? Финальная волна? Да, финальная волна. Так, я даже не знаю, что сделать. Сюда, наверное, поставить. Блин, они уничтожают мои свеколки. Без стыда и совести, понимаешь? Ладно, в любом случае они не пройдут. Почему не пройдут, друзья мои? Ну, потому что здесь газонокосилки все. Так что даже если он как-то умудрится пройти, то газонокосилка, естественно, их всех уничтожит. Серферы — это, конечно, бесявые чувачки. Чего ж тут греха таить. Видишь, что творят. Кружится, вертится. Ну, они сейчас свое докружатся, поверь мне. Один и второй, вот и все. Да выпендривались. Так, рис взрывной 10 штук. Чай электрический и 1000 монет. Так, ребят, ну, с вашего позволения я, пожалуй-ка, еще пройду. Разочек. Не сказать, что легко, но пройти стоит. Ну что, я готов. Давай попробуем получше как-нибудь пройти. Не знаю, как это, правда, сделать получше. Но вот эти вот надгробия в любом случае нужно уничтожать. И желательно бы, по возможности, конечно, нам надо уничтожать именно плевуна. Плевун, я имею в виду тот чувак, который... Как тебе объяснить-то? Ну, который уничтожает... Так, дай-ка сюда, наверное, поставлю. Фига он там зажигает. Который вот уничтожает своими факелами. Он любое растение, ребята, может спалить. Причем за считанные там секунды. Ему по барабану. Абсолютно. На все на это. Вот. И вот эти вот, конечно, тоже бесявые, ребят. Очень бесявые. Прям раздражает. Причем очень сильно. И что он делает? Он проходит через все. Смотри, что делает. Но не прошел все-таки, да?
Так, если я активирую, поможет ли это мне как-нибудь? Вообще никак не помогло. Они даже, ребят, не пробили вот эти вот доски. Это говорит только о том, что они слабаки. Очень слабые. Меня это вообще не устроило. Я, лучше бы я капусту выпустил. Серьезно тебе говорю. Лучше бы я выпустил бы капусту. И то бы, наверное, было бы толку больше. Но... Видишь, опять этот, блин, начинает там крутиться, вертеться. Хмырь. У меня такое ощущение, что я как будто слышал гаргантюаку. Но мне вроде бы как показалось. Видишь, вот эти вот доски серфинговские, пока, ребята, их не уничтожишь, они будут здесь мешаться стоять. Да убейте вы этого зомби-то, господи. Вообще ничего не могу делать, прикинь. Так, заряжаем, короче. Вот так вот. Просто уже достали. Так, и еще волна идет. Этот все расплевывает. Все расплевывает свои эти. И вон тот там наверху начинает, а? Уеживаться. Что-то, по-моему, здесь как-то немножко похуже получилось, как в первый раз. В первый раз поэффективнее как-то было, да? Этот он, потому что там идет, сжигает все на своем пути. Да, как-то... Здесь газонокосилок мы с тобой потратили в разы больше. Смотреть. Нет, также две. В тот раз две и сейчас тоже две. Ладно, меня больше все-таки интересует награда. Ага, три мортирочки. Так, груша импов. И 1500 голды. Отлично. Так, ну что, теперь мы с тобой идем и смотрим, какие будут у нас события. Естественно, самое главное — проходить события, ивенты и всякие испытания. Они намного интереснее, да, чем... Что это? Вернули мне покупку. Ну да, ребят, я вам говорил, что эмуляторы у меня все навернулись, и мне опять все заново пришлось устанавливать. Бесяба, конечно, эта фигня. Но ничего с этим не поделаешь. Поэтому, ребята, играйте только в те игры, у которых есть сохранение Google Play. Слушай, ну... Подожди, а чё, они... Погоди. Так, ну здесь я, ладно, здесь я заберу два этих кристалла. А где то событие, которое проходило? Неужели оно уже закончилось? Так, электрический что там? Черника, да, электрическая, я так понимаю. Здесь пиньета, здесь... Ну что, давай приступим, наверное, тогда... Так, здесь у нас какая-то нектаринка. Что за нектаринка? Хочу глянуть, что это за нектаринка. Так, Пенни, не надо мне объяснять, я все... Ага, здесь гаргантюаха будет. Так, ну это у нас ночной кактус. Я вот так... О, а что это, друзья мои, за фру? Это и есть, наверное, Вот ты что делаешь. Так, секундочку. Это же, по-моему, усилялка, насколько я помню, для моих ночничков. А что, она вот взрывается, когда... Ну-ка, проверим. Она когда взрывается, она наносит урон или нет? Что-то не могу понять, ну-ка. Да не пойму я, блин, если честно. Она, по-моему, просто усиляет мои растения, да? По-моему, да. Или все-таки она наносит урон? Что-то не могу врубиться. Вот сама по себе она наносит урон или нет? Окей, все вот сюда вот поставлю. Нет, похоже, нифига. Чисто дает усиление, да? Для моих вот этих вот растений. Нет, я все-таки должен проверить. Нет, ребят, не дает. Не дает она никакого урона, только вот таким вот образом. Ну что же, хорошо. Значит, наша основная цель — усилять вот эти вот наши растения. Усилять их, естественно, с помощью вот этой вот нектаринки. Назовем ее ночная нектаринка. Слушай, и она довольно не кислая, их усиляет. Ты посмотри, как они бомбят. Очень круто бомбят. Прям на ура. Я знаю, что вот эта нектаринка — это новое растение, которое появляется в игре. Может быть, оно уже доступно. Тихо, тихо, Гагартюа, я же слышу твой топот. Я знаю, чем это чревато.
Так, а там еще и каменные наверху. Ой-ой-ой, друзья мои, я что-то их как-то не доглядел, не заметил. Мы их успеваем уничтожать? Да вроде как успеваем, да? Давай, родные мои, вжариваем по полной программе. Уничтожили мы Гаргантюа. Так, наверху он там остался, хлыщ идет. Один, последний. Изи. Как-то так. Ну что, вроде бы неплохо, ребята. Все меня вполне устраивает. Если это растение будет вот так вот усилять наших ночников, то это классно. Так, ладно, двигаемся с тобой далее. Продолжаем. Судя по всему, в пиньяте, скорее всего, будет именно это растение разыгрываться. Но это не точно. А вот это уже будет похуже, ребят. Здесь у нас занято, да? И фараоны. Эпоха фараонов здесь будет. Так, я забыл, что это у нас. Ну, это, наверное, чеснок надо сюда вставлять, в первые ряды. По-моему, надо вставить их вот здесь. Это же тоже ночники, насколько я помню, да? Да, это ночники, ребят. Так, ага. Их не могут съесть, да? По ним просто могут топтаться. Все, я понял. По ним просто могут топтаться. Сейчас мы с тобой что-нибудь придумаем. Так, сюда, давай, наверное, здесь поставим. Ну, это типа, вот помнишь, как у нас была лужайка? Так, а вот теперь можно, наверное, их усилить. Как это будет все сейчас выглядеть, я пока не знаю. Ну, усиляем. Давай, пыхтите, мои растения. Так, вот этого надо, конечно же, в первую очередь сносить. Иначе он сейчас свои тут надгробия разбросает по всей этой территории. Это будет плохо. Окей. Так, там уже мумия пошла, да? А слушай, едят они, ребята, они едят мои растения вот эти вот, которые на земле стоят. Я думал, что нифига. А оказывается, хомячат. Оказывается, хомячат их. Давай, родные мои, строчим по ним, как из пулеметов. Блин, еще... Это не последняя волна, еще будет. Блин, как ты заколебала со своими вот этими вот... надгробиями. Выплевывает он мне здесь их. Полюбуйся на него. Так, фараон, иди отсюда, надо сдуть его. Сюда поставим. Так. Прилетел он, понимаешь ли. Ёк-макарёк, ребят, что-то мумия-то совсем приборзела, я смотрю. В корень. Активируем, усиляем наше растение. Твою налево, тут что-то дофигища ползет. Снизу. Это еще, опять же, повторю, не последняя волна. Хотя, с другой стороны, я не понимаю, зачем вот эта вот нектаринка нам нужна, если у нас есть с тобой цветок, который... Как он называется? Лунный цветок, да? Да, именно лунный цветок, который может усилять и без того наше растение, именно ночников. В чем прикол тогда, не пойму. Так, что-то, по-моему, у нас, ребята, пошло не так. Да, проминают меня, короче, здесь. Ладно, у нас тут с тобой газонокосилки есть, так что ничего страшного. Факт в том, что просто не справляемся. Видишь, не успеваем. Даже он своего хлыща выкинул. Мелкого, паршивца этого. Ну да, здесь, похоже, пройдут они. Что бы я тут не делал, не получится. Ну ладно, газонокосилка вас уничтожит. И вас. А этот не дошел. Все, ребят. Ну что, здесь мы тоже прошли с тобой, конечно, похуже результат, чем я хотел бы. Но двигаемся дальше. Так, сегодня, наверное, с тобой два события пройдем.
Да? Надеюсь, пройдем. Потому что, ну, что-то как-то вот... Ё-моё, еще усиленней. Гаргантюахи там. Начнем вот отсюда, наверное. Так, орех. Щиток он, блин, поставил. Щиток-то ты что ты поставил? Такой мелкий. Нам нужно, ребят, туда теневуху ставить. Только если теневуха стоит, он раскрывает свой потенциал. Без теневухи он никто. Теневуху мне почему-то не хотят давать. Вот. Тут поставить, блин, некуда. Так. А здесь-то что получается? Их уничтожили. Чун-чун-чун. Нормально так лазером бомбят, друзья мои, смотри. Наяривают по полной программе, отлично. Так, грибочек. Точнее, это не грибочек, это орешек. Поехали. Дыдыч. Сразу такая атака идет. Так, теперь, наверное, сюда активируем. И еще сюда активируем. Вот так вот сделаем. Пускай они тут страдают. Что, блин, этих кто-то тут не хватает. Вот, вот он у нас, лунный цветок, ребята. Ну ничего себе, что он делает, ребята, под этим усилением. То есть эта нектаринка, оказывается, усиляет наше растение. Я-то думал, что она чисто как бы дает нам теневуху, ничего подобного. Именно усиляет. И это круто. Усиление — это круто. Еще довольно некислое такое, да? А если я еще сделаю вот так? Смотри, что происходит, ребят. Ты видишь, там взрываки такие. Круто. Слушай, я хочу эту нектаринку себе. Вот серьезно тебе говорю, я хочу получить эту нектаринку. Так, стопы. Смотри, эти шипы просто не дают, ребята. Я представляю, насколько они становятся усиленнее, что они не пропускают даже этого чувачка, который играет там на фортепиано. Прикинь? Да, вообще круто. Так, Гаргантюа Центурион, ты упадешь у нас или нет, а? Все, ребят, разбомбили мы его. Отлично. Да, нектариночка показала мне всю свою прелесть. То есть, если ее брать именно с теневыми растениями, это будет что-то с чем-то, это имба. Так, ну что, у нас с тобой еще два события осталось. Сейчас быстренько допройдем и получим награду. Ну, давай, 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 ромашка, все, я прекрасно понял. Так, опять бомжи здесь. Попрыгунчики бомжи. Спасибо за энергию. Так, начнем. Наверное, вот так вот лучше всего начинать. Угу. Вот так вот зарядим с тобой пока. Шипы, естественно, шипы. Ребят, как же без них? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бомжара. Ну, конечно же, бомжара. Без бомжара ты куда? Ну куда? Там нужны были лучи лазерные. Так, монетку отдай. Единственное, я лопухнулся, вот сюда поставил орех. Зачем? Сам пока не понимаю. Для чего сюда его влепил? Так. Щитовод, пошел отсюда.
Ну-ка. Так, заряжаем, заряжаем. Все хорошо, все хорошо. Гаргантюа, вали нафиг. Опять этот там книголюб-читатель. Просто чувачка взяли и утопили. Вообще круто. Просто круто, ребят. По-другому не скажешь. Давай-ка я вот так, наверное, еще залеплю сюда. Чего там за звук такой? Что это за звук такой сейчас был только что? Да, этот псих, конечно. Но ему не пройти. Ха-ха, захотел чего. Так, а волна еще далеко, ребят, не последняя. Влупляем. Бдыщ. Блин, что-то у меня с растениями, ребят, беда какая-то. Да, вот сюда надо поставить лучше. Блин, так читатель идет фигов. Нет, 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 блин, не... Ай-яй-яй-яй-яй. Ты посмотри, что делает этот вшивый колдун, маг. Просто полюбуйся. Так, этих уничтожаем, просто тотально уничтожаем. Не хватает солнечной энергии мне. Ты посмотри, а. Этот магистр вшивых щей, он достал уже, который именно там находится. Вот именно вот тот, он дальний. И у нас, кстати, с тобой там нету ни шиша. Придется делать вот так вот. Иди отсюда. Ну, другого варианта не было, ребят. Иначе бы мы сфейлились. Потому что растения... Деньги нам нужны, короче, вот так вот. Да, не думал, конечно, что придется мне здесь потратиться на тыщенку, но... Зато мы их не пропустили. Ну что, поехали. Последний у нас уровень здесь. Сейчас посмотрим, что нам здесь приготовили вкусненького. Ну давай, ромашка, ну все, я понял уже. Так, подсолнухи, мы должны с тобой их защищать. Мы должны с тобой их защищать. Блин, я пока даже... Пока даже не знаю, что здесь, чего нам ожидать. Смотри, 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 как он вылез. Так, стоп. А что это он? Подожди, что это он пролетает-то? Я не понял. Фига, чувачок приблотненный взял, просто пролетел и все. Ай-яй-яй-яй-яй. Если я правильно могу понимать, то самые опасные — это летуны и огнеплюи. Я правильно понимаю, да? Потому что летунов мы с тобой задержать не можем вообще никак. Да ёк-макарёк. Ё-моё, они еще и катапульты тут прислали.
Что творится-то здесь? Что за лютость? Так, тут летуны, летуны, ребята, прибурели, я смотрю, в корень. Так, достал там же своими кувшинами. Разбрасывайте. Чехотка, чеха. Может быть, шипы туда поставить? Да давайте вы уже активируйте. Господи, тут уже сожрали. Последняя, говорит, волна. Ты просто посмотри, что творится. Вот так, наверное, зарядим. А как тенюха должна была у меня тут работать, а? Скажи-ка мне, я что-то не могу понять. Уставлю я ее сюда. Ее же там съедят просто-напросто моментально. Если только через шипы. Через вот эти вот. Скорее всего, да? Уже другого пока варианта я не вижу. Так, минус. Вторая минус катапульта. Фух. Прошли, прошли, друзья мои. Отлично. Это опять же повезло, что у меня орех был под ультой. Вот этот вот, здоровый. Так бы еще неизвестно, промяли бы и не спросили бы, как и звать. Ну что, главное, прошли. Забираем с тобой, где тут у нас, вот, одну пиньяту. Ну и смотрим, что нам из нее выпадет. Ох ты, 50, а их нужно 250, друзья мои. Ночная нектаринка, да? Так ее назовем. Ну что, здесь у нас 3 пиньяты. Это у нас чернейка электрическая. Ну, поехали сюда. Тут аж целых 3 пиньята, ребят. Хочется просто глянуть. Я так понимаю, будем с тобой играть на чернейке. Угу. Вот так вот, да? Нет, почему на чернике? Мы играем с тобой на рисе взрывном. А получать, видимо, будем чернику. Наверное, так. Но это не точно. Сейчас все мы с тобой это дело проверим. Взрывной рис, это, конечно, круто. Но вот эти вот могилки, честно говоря, мне не особо нравятся. И сейчас придут эти чувачки, они будут что делать? Естественно, отсюда попадут зомбари. Так, стопы, стопы, стопы. Не надо превращать там никого. И ни во что. Хаваем. Хомячим. Поставим сюда. Взрывной рис, это, конечно, круто. Где Гаргантюа? Где-то топает, топает. Вон он, Центурион этот. Вшивый. Хомячить его, естественно, бесполезно, потому что он не отдуплится. Только взрывать его. Так, давай, давай, давай. Строчим, строчим. Вот так я еще сделаю. Хам, 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 хам. Так, еще лаву под него бросим. Стоит на ней. Это последний, да, получается? Да, ребят, мы его победили. Он даже не успел этого хлыща бросить своего мелкого. Ха. Ну что же, великолепно. Первый бой, как говорится, прошел на ура. И выполнили какой-то квест. Ну все, все, я понял. Давай, мне срочно нужно посмотреть, что у нас. Так, о, 2000 монет. Спасибо огромное. Хороший такой бонус. Ну, а мы двигаемся дальше. Давай посмотрим, что нам на этот раз достанется. Слушай, ну если у нас будет, естественно, с тобой взрывной рис, это очень даже неплохо. О, а вот курицы и с лопатами, это не есть гуд, на самом деле. Мина. Шипастая лужайка. Все это ставится, естественно, на самом-самом начале. Вон этот чепушило идет. Так, подожди, у нас же тут курицы будут, да? Да, друзья мои, тут у нас будут... Эй! Куда ты, ребят, присосался?
пока я не знаю, ребят, как-то нам надо от куриц защищаться. Это, наверное, пока единственный враг, который может нам предоставить бед. Так, везде, да, у нас с тобой шипы. Везде. Курицы вы достали, а? Смотрим везде с тобой. Главное, чтобы это дело не пропустить. Этот момент. Взрываем. Все, все пока отлично. Ребята, вот здесь вот. Вот здесь вот опасно. Все, прошли. Справились. И курицы, как говорится, нас не раздавили. И шипики нам с тобой помогли. Это было у нас второе, да, испытание. Переходим на третье. И смотрим, что у нас тут. Только не говори, что зима. Бомжи, опять книга Любы. Плохо. Ну, если я сделаю вот так, например. Секунду. Вот так. Ну, как-то вот таким вот образом. Ой, не туда поставил, ребят. Не туда, ладно, фиг с ним. И взрывной рис. Все. Погнали. Будем смотреть, как у нас тут пойдут дела. Ну, поначалу все, естественно, легко и просто, потому что здесь минимально будет количество зомби идти на нас. Так, а денег, я так понимаю, мне давать здесь не будут, да? Не будут, скорее всего. Упс. А про это никто не говорил, что будет у нас разлом. Извините меня. Про это вы умалчивали. Зашиби. Опа. Просто сожгли. Зашибись. Да ну. Да хорош ты уже, достал. Блин, они сейчас раздавят здесь. Они прут и прут. Именно с этого портала, ребят. Да ёк-макарёк, надеюсь, это последние противники, надеюсь. Опять что-то не похоже. Давай, этих засыпаем. Блин, ты посмотри. Я еще раз использую удобряшку. Да блин. Да посмотри, какой мощный, а. А вот здесь вообще нам, ребята, никак не защититься внизу. Вообще никак, они же не будут сюда стрелять. Или будут? Есть. Так, подожди, может быть, все-таки успеем пройти. Нормуль, друзья мои, все у нас получилось. Мы с вами отбились. Здесь-то, конечно, я лопухнулся. Но я не знал, что здесь пойдут горящие и сразу будут своими факелами сжигать мои растения. Да. Получилась такая небольшая промашка. Ну что, переходим с собой на четвертую миссию. И давай смотреть, что у нас здесь. Взрывной рис, да, если его прока... Блин, тут летуны. Тут летуны и горгоны эти, да, получается. Так, плюс нам дают мяту. Хм. Идут, уже идут, сразу же, вот так вот. Ага. Вот что нам еще здесь подкидывают. Вот нам что здесь еще подкидывают. Так, взрывной рис. Ёк-макарёк, ну куда ты скочишь-то, а? Скочишь ты мне. Оу. Вот этого чепушилу надо, ребят, сразу уничтожать.
Собьет же, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Еще вытворяет. Там еще и бегуны. Ко всему прочему. Я в шоке, посмотри, куда... они совсем что ли приборзели? Они прям в кучу к нам врываются, прикинь. Трэш какой-то тут. Посмотри. Куда он опять, а, прет? Не, ребят, ну это вообще борзость. Они бы еще были в наглую бы, прям до самого портала бы бомбашили бы, да? Смотри, смотри, там схавай сейчас. Центуриончики идут. Мелкие. Все, что ли? Я забыл же, что мы могли с тобой еще вот так вот делать. Ладно, главное прошли. Ну что, последняя у нас тут миссейка, пятая. Получаем 3 пиньяты. Надеюсь, пройдем. Ага. О, тут еще я сам должен выбирать. Блин. Ну и что мне выбрать здесь? Я, наверное, возьму виноград. Бомб. Гранат. Так, о, тут гриб. Гриб, где этот гриб любви-то у нас? Он есть тут вообще? Доступен? Скорее всего, он будет закрыт. Твою дивизию. Как-то добыть? Наверняка нужно будет подсолнух, скорее всего, и яблочная мортира. Может быть, лучше вот так сделать? Трэш какой-то. Я не знаю, как тут лучше. Поехали, попробуем такой вот командой. Чего? Чего он пишет? Ну? Энергию-то будете мне давать, слушай, или что? Да ладно, еще и шут гороховый. С него что ли все начинается? Давай жуй, взрываем там все. Все будем абсолютно взрывать. Ну-ка, вам гранат, естественно, ребята. То, что птеродактили, это, конечно, меня вообще ни с кулечками не устраивает, ребят. Куда я поставил-то? Мне же бы... Вон, летит. Пугало огородное. Так, погоди-ка, этого-то хмырёныша мы... Все, успели мы его подорвать. Все, выхватываем с собой, что можем. Так, виноград. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Такой звук, динь-динь-динь-динь. Струны полопались. Мы можем с тобой сделать вот так вот. Хлоп, хлоп. В два смычка мы там с тобой, да? Пираты, куда вы прете? Куда вы прете, пираты? Гаденыши, а? Ну-ка. Йоу, тихо. Попрыгунчики. Так, а вот это уже последняя, ребят, волна. Поэтому имею право зарядить по полной программе.
Ай-яй-яй-яй-яй, этот хомячит. Этот хомячит там сзади. На тебе. А мы можем сделать, наверное, вот так вот. Все, птеродоны, остались без зомбарей. Тащить-то вам больше некого. Загрустили там. Жалко, не дали мне гриб любви, да, я бы так бы приворожил бы этих хламонов, все было бы отлично. Но все равно, как сам факт, мы прошли с тобой. Давай заберем три пиньяты и глянем, что нам выпадет отсюда. Итак, бомб-гранат, 10 штук. На прокачку готов, парень. Рис взрывной. До прокачки, как до Китая. И груша дьявольская. Оу. Так, яблочная мортира, друзья мои, тоже готова на прокачку. То есть, цена вопроса, конечно же, монета. Это хорошо. Монетки-то мы с тобой в любом случае как-нибудь заработаем, если не будем ходить на арену. Что такое? А, все потихоньку возвращают мне мои покупки. Когда-то я покупал их, да? Ну, сейчас в данный момент 5000 голды. Ценники, конечно, просто, ребята, заоблачные для моих растений. Вот, могу, например, улучшить огненный грохострел. А могу, да, 20 тысяч, 10 тысяч, это трэш, ребят, просто трэш, вот это суммы. Вот у нас, да, с тобой, вот растение новое, и вот это я еще не видел. Хедсикер, я не знаю, что это такое за растение, но, видимо, скоро мы его увидим. Я сейчас просто хочу глянуть, что у нас там на арене творится. Так, киви вернули. А, зайдем еще с тобой на огород здесь. Надо посмотреть, я уже использовал, по-моему, да. Это заберем. Сюда посадим. Так, так. Вот так и вот так. Шикарненько. Зайдем в магазин. Ой, зря я зашел, наверное, сюда, ребята. Хотя нет, работает. Раньше почему-то у меня здесь глючило. Так, ну что у нас тут с тобой? Морозный арбуз. Ну и гриб-магнит. Окей. И гриб-магнит. У нас, кстати, с тобой не так уж много растений осталось, если честно, да? Я думаю, что следующий, наверное, будет у нас либо морозный дракон, да? Шарп дракон, либо Power Lily. Ты напиши в комментариях, кто лучше мне пригодится, или вообще Gold Bloom. Так, и я хотел еще глянуть арену, что у нас там. Так, подожди, жужу. Давай-ка вот сюда вот, чтобы денежку получить. Зайду просто гляну на арене, сколько у нас там дней. По-моему, там у нас уже обновилось с тобой событие. И там совсем другое. Опа, еще тысячоночку мы с тобой получили сверху. Прекрасно. Просто прекрасно. Обожаю, когда денежку дают на халявку. Так, арена. Так, ну что, я в железной лиге. 1180 монет, 6 конфет, 30 кристаллов. И, скорее всего, событие у нас новое, да, начинается? Нет, все еще тоже, ребят, все еще тоже событие. Правда, 4 дня осталось. У меня этих перчаток 14 штук. А на каком месте я нахожусь? На 9-м. Не знаю, ребят, пишите в комментариях, интересно вам смотреть на лигу. Если интересно, то следующая серия будет уже с лигой. Если не интересно, я буду играть в нее за кадром. Ну а на сегодня, я думаю, будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!